Здравствуйте! Это 8-й ролик портала Always More Digital. Сегодня мы вам расскажем о рутере TP-Link TL-WR841ND. Рутер продается примерно за 1300 рублей. Габариты коробки рутера небольшие. Коробка выполнена в зеленой цветовой гамме. На ней изображен как сам рутер, так и основные спецификации рутера. На обратной стороне коробки схематично изображен сам рутер и указаны спецификации рутера на разных языках, включая русский. Внутренняя упаковка рутера качественная, выполнена из отформованного картона под сам рутер и его необходимые элементы, такие как блок питания. Комплектация рутера. Диск с программным обеспечением. Руководство по быстрой установке. Гарантийный талончик. Маркетинговая информация. Кабель Ethernet. Две антенны. Сам рутер и адаптер питания. Дизайн рутера симпатичный. В автомобиле подобный тип дизайна называют биодизайном. Сам рутер выполнен в черно-белой цветовой гамме. На передней панели расположены индикаторы. Интерфейсная часть рутера. Гнезда для подключения двух антенн. Кнопка включения и выключения. Очень редкая на рутер. Разъем для подключения питания, порт WAN, 4 порта LAN, кнопка по автонастройке и кнопка аппаратного сброса. Система охлаждения рутера пассивная, для этого у рутера есть достаточное количество вентиляционных отверстий. Предусмотрен монтаж на стену, однако никакого дополнительного крепежа для этого в комплекте нет. Данный видеоролик является первой частью обзора рутера. Вторая часть обзора текста будет опубликована позднее на портале Always More Digital. Следите за обновлениями портала. Спасибо за внимание.